Вооруженные силы Украины будут использовать предоставленные США реактивные системы залпового огня «Химарс», чтобы уничтожить пути снабжения российских оккупантов. Украинские военные продолжают угрожать российским путям снабжения, идущим из Белгорода на юг Харьковской области. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. В частности, украинские силы будут использовать реактивные системы залпового огня «Химарс», чтобы бить по путям снабжения российских оккупантов, идущих через Вовчанск, Купянск и Изюм. Купянск является важным логистическим центром для оккупантов, действующим на Харьковском направлении. Расположен примерно в 50 километрах от линии фронта. Вовчанск расположен примерно в 15-12 километров от линии фронта. Пути снабжения в Изюм являются наиболее уязвимыми. Они находятся примерно в 15 километрах от ближайшей линии фронта.